страховий партнер програми «Бардачок» – Харківська муніципальна страхова компанія. Ми повертаємо витрачені гроші. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок», и на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Как известно, процесс совершенствования дорожного движения бесконечен. Постоянно вносятся какие-то изменения и коррективы в уже привычный порядок. Надеюсь, и мои усилия как-то на этот процесс влияют. И вот очередное предложение. Есть в городе такая не сильно приметная улица Ивана Камышева. Она соединяет проспект 50-летия СССР с улицей Академика Павлова. Многие харьковчане, особенно жители Салтовки, используют данную улицу для объезда постоянной тянучки возле рынка Барабашова. И пока проезжая часть на этой перемычке была в традиционно ужасном состоянии, особых проблем с выездом с Камышева на 50 лет СССР не было, ибо мало было желающих. Но после того, как дорогу привели в нормальное состояние, проблема выезда на проспект встала в полный рост. Не просто этот маневр оказывается. Ну, с правым поворотом вообще-то проблем нет. В сторону Салтовского шоссе машины поворачивают, не создавая помех едущим по проспекту. А вот при повороте налево нужно обладать недюжной выдержкой, точным глазомером и быстрым автомобилем, чтобы успеть вписаться в незначительные разрывы в двух встречных потоках. Или хотя бы в один разрыв. Особенно трудно приходится в часы пик, когда и желающих повернуть немало, и машин по проспекту едет много. Даже если успеть проскочить первую половину дороги, то на разделительной полосе, скорее всего, придется остановиться. Мало того, что и по той половине проспекта машины идут достаточно плотно, так еще и среди них постоянно находятся желающие здесь повернуть. И они еще больше затрудняют маневр. Практически каждый выезд с Камышева на 50 лет СССР – это риск. Малейшая ошибка в оценке расстояния, в скорости сближения или переоценка возможностей своей машины приводит к очень печальным последствиям. Единственное, что хоть немного облегчает выезд на проспект, это пешеходы. Два нерегулируемых перехода и люди, идущие через дорогу, хоть изредка, но заставляют едущих по 50 лет тормозить. Благодаря такому разрыванию потока транспорта выезд становится чуть проще, но пешеходам и самим приходится несладко. Их тут ходят много, но водители отнюдь не всегда горят желанием пропускать. Несмотря на ПДД, значительная часть машин, едущих по проспекту, проносится через переходы, не снижая скорости, даже когда на проезжей части есть люди. Увы, этот переход безопасностью для пешеходов не отличается. Аварии на нем то и дело происходят. Поэтому считаю, что именно сейчас назрела необходимость сделать данный перекресток регулируемым. Только исправно работающий светофор способен максимально снизить риск ДТП как между автомобилями, так и с участием пешеходов. Понятно, что 100% гарантию безопасности все равно получить не удастся, но светофор все же заставит пешеходов пропускать и выезд Камышева упростит многократно. Конечно, стоит такое решение недешево, но безопасность людей все же дороже. И по моему разумению, никакой другой вариант решения проблем этого перекрестка не может быть эффективнее. Нынешний автосалон в Чикаго стал юбилейным для одного из самых знаменитых на весь мир автомобилей. Ровно 25 лет назад на этой же выставке мир узнал о родстере Mazda MX-5. С тех пор эта модель завоевала более 200 различных наград и разошлась по миру огромным тиражом. За это MX-5 попал в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный двухместный спортивный автомобиль. История создания Родстера уходит корнями в конец 70-х годов. Известный автомобильный журналист Motor Trend Боб Холл, знаток японских автомобилей, встречался с руководителями отдела разработок Mazda, и они спросили, какой, по вашему мнению, тип автомобиля стоит разработать Mazda? «Я считаю», — ответил Боб, — «что сейчас уже не существует классических британских спортивных авто с песком на зубах, ветром в шевелюре, и кто-то должен сделать такой простой и недорогой Родстер». В 80-х годах началась работа по проектированию. Японцы, как у них принято, тут же подвели под новинку целую философию, назвав ее «Джинба Итай» — «Гармония всадника и лошади». В рамках этой философии было сформулировано 5 основных правил, которыми руководствовались конструкторы при проектировании модели. Первое. Автомобиль должен быть компактным и легким. Второе. Двухместный кокпит должен быть просторным, чтобы вмещать людей высокого роста, не только японцев. Третье. Мотор спереди в пределах колесной базы, а привод обязательно задний. Четвертое. Прекрасная связь между мотором и колесами. Никакого автомата. Пятое. Только многорычажная подвеска без популярных упрощений для максимального сцепления с дорогой и отменной управляемости. Над дизайном автомобиля работали в Токио и Калифорнии. В итоге был выработан проект Duo 101, который был похож на английский Lotus Elan 66 года. Прототип имел кузов из фиброволокна и приводился в движение 1,4-литровым мотором от Mazda Familia.
1985 году в окрестностях Санта-Барбары. Прототип проходил дорожные тесты и получил положительные отзывы, а в 1989 было выбрано название автомобиля MX-5, сокращение от Mazda Experiment, проект номер 5. Автомобиль был готов пойти в производство. Это был по-настоящему легкий спортивный автомобиль. Масса составляла всего 940 килограмм. Первая MX-5 была представлена в Чикагском автосалоне 10 февраля 1989 года. Машина оценивалась в 14 тысяч долларов. Изначально MX-5 был нацелен только на американский рынок, предлагался под именем Miata. А потом начал продаваться на других, и интересно, что на японском рынке Mazda MX-5 продавалась как Eunos Roadster. Сразу после начала продаж Mazda MX-5 собрала все возможные титулы, получив весьма лестные отзывы большинства мировых автомобильных изданий. Уже в 92 году, через 3 года после начала продаж, было выпущено 250 тысяч родстеров. В 94 году гамму силовых агрегатов пополнил 1,8-литровый двигатель мощностью 130 лошадей. Более мощный и тяжелый агрегат японцы не поставили по той причине, что он бы нарушил идеальную развесовку между осями 50/50. Без особых изменений MX-5 дожил до конца 90-х годов. В 98-м Mazda выпустила второе поколение. Появились более мощные моторы, а во внешности машины были стилистические решения от первой RX-7. Но пропали слепые фары. Цена на машину в Штатах начиналась от 19 770 долларов. Была и заряженная модификация Mazda Speed с 178-сильным турбированным мотором. Хоть новинка стала заметно крупнее, чем первое поколение, масса машины возросла всего на 10 килограмм. Это заслуга широкого применения алюминия и углепластика. Через год после начала продаж второго поколения общий тираж популярного родстера перевалил за отметку 500 000. Производство третьего поколения MX-5 с индексом NC началось в мае 2005 года. Внешность изменилась, появились новые моторы 1,8 и 2 литра, и появилась версия со складной жесткой крышей, именуемая как Roadster Power Retractable Hot Top. В 2010-м количество проданных авто перевалило уже за 1 000 000. В честь четвертьвекового юбилея марки в Чикаго японцы представили обновленную версию MX-5. Под капотом у нее новые двигатели семейства SkyActiv. Благодаря широкому использованию высокопрочных сплавов, юбилер практически не прибавил в весе, а зато добавил жесткости кузова и пассивной безопасности. Не исключено также появление вскоре гибридной версии. За свою 25-летнюю историю автомобиль стал обладателем свыше 200 наград, и в том числе несколько раз был признан автомобилем года в разных странах, а у себя на родине, в Японии, получил этот титул дважды. И в качестве окончательного признания японского родстера как явления в автоиндустрии, итальянцы из Alfa Romeo собираются использовать платформу Mazda MX-5 для своей новинки – заднеприводного родстера Spider. Как знают все водители, если слишком сильно нажать на педаль тормоза, то колеса заблокируются и на асфальте останется черный след от покрышек. Звуковое сопровождение также будет хорошо заметным. Со стороны смотрится эффектно, но, увы, такое торможение неэффективно. Длина тормозного пути существенно возрастет. Чтобы водитель не допускал подобных ошибок, давно придумана антиблокировочная система тормозов, или сокращенно АБС. Своим появлением антиблокировочная система обязана авиации. Еще в 20-е годы прошлого века начались работы над тормозной системой самолетов, которая бы не допускала блокирования колес при посадке. С автомобилями вышло сложнее. Работоспособные образцы таких систем появились только в 60-е годы, а первые серийные антиблокировочные системы начали устанавливать Mercedes на своей модели с 1978 года. Начиная с 2004 года, все автомобили, продаваемые в Европе, имеют такую систему в базовой комплектации. Принципиально в устройстве АБС ничего за все эти годы не поменялось. Она по-прежнему включает в себя датчики скорости вращения колес, клапанный механизм и блок управления, объединенный с ним в единое целое. Работает эта сложная машинерия так. При торможении компьютер через колесные датчики отслеживает скорость вращения каждого колеса. И если она меньше, чем расчетная, то срабатывает соответствующий клапан, и давление в тормозном контуре слишком замедлившегося колеса уменьшается. При выравнивании скорости вращения давление вновь повышается. При этом педаль под ногой водителя характерно вибрирует. Конечно, опытный водитель сам может четко дозировать усилия на тормозной педали, не допуская срыва колес в юз. Но вот делать такое при экстренном торможении уже под силу единицам. АБС работает одинаково хорошо, независимо от квалификации драйвера и от режима торможения. Наличие АБС позволяет достичь более короткого тормозного пути, чем при ее отсутствии. Кроме того, АБС позволяет водителю сохранить контроль над транспортным средством во время экстренного торможения, то есть сохраняет возможность совершения достаточно резких маневров непосредственно в процессе торможения. Сочетание этих двух факторов делает АБС очень существенным плюсом в обеспечении безопасности транспортных средств.
Кроме того, АБС обеспечивает сохранение курсовой устойчивости машины, когда под левым и правым колесами разное покрытие. Например, когда машина на скорости цепляет обочину. Торможение в такой ситуации при отсутствии АБС приводит к мгновенному заносу. Еще одно неоспоримое преимущество современных систем АБС перед опытным водителем – способность четко дозировать тормозные усилия на каждом колесе, что обеспечивает не только эффективное замедление, но и стабильность поведения автомобиля при неравномерном сцеплении колес с дорогой. Однако антиблокировочная система отнюдь не панацея. Например, на рыхлом покрытии – снег, песок, гравий – заблокированные колеса при торможении предпочтительнее, так как на уменьшение длины тормозного пути будет влиять эффект бульдозера. Заблокированное колесо нагребает перед собой груду этого самого рыхлого покрытия и, упираясь в него, замедляется быстрее. Еще одна ситуация, когда АБС может навредить – это торможение по дороге, напоминающей стиральную доску с множеством небольших неровностей. На таком покрытии система управления тормозами может дать сбой, и длина тормозного пути резко возрастет. Кстати, такому поведению подвержены даже некоторые современные и отнюдь не бюджетные автомобили. Например, компания Volkswagen недавно вынуждена была выпустить специальное обновление программного обеспечения для тормозов модели Tiguan. Российские владельцы этих авто жаловались на непредсказуемо возрастающий тормозной путь при экстренном торможении. Что интересно, украинские сервисные центры Volkswagen своим клиентам обновление прошивки АБС даже не предлагают. Но это уже тема для отдельного разговора. А еще я обязательно вскоре расскажу о других системах активной безопасности автомобиля, использующих тормоза. Уже несколько лет на дорогах Украины патрули ГАИ используют прибор Трукам для фиксирования превышений скорости. Он пришел на смену радару Визир, который в свое время вызывал массу нареканий из-за частых ошибок. Понятное дело, не в пользу водителя. Лазерный радар Трукам, честная камера в переводе, вроде как не допускает фальсификации результатов измерений. Но так ли это на самом деле? Появление на дорогах радаров Трукам в 2011 году стало неприятным сюрпризом для украинских автомобилистов. В отличие от пресловутого Визиря, Трукам имеет лазерный радар, луч которого достаточно тонок и способен четко выхватывать из потока конкретный автомобиль-нарушитель. Кроме того, в Трукаме якобы нельзя удалить видео и фото, на которых зафиксировано нарушение. В общем, все плохо. Если поймали на Трукам, без штрафа не уедешь. Однако пытливые умы украинского автомобильного сообщества выявили несколько слабых мест в так называемой «честной камере». Про погодно-климатические ограничения, при которых Трукам не может выдавать точных показаний, уже говорилось не раз. Интересно другое. Оказывается, в конструкцию прибора заложена возможность искажения результатов измерения. Обнаружилось это при изучении оригинальной инструкции прибора на родном для него английском языке. Украинская инструкция содержит только 59 страниц, английская – 82. Явно в нашей что-то недосказано. И действительно, переводчики упустили несколько моментов, посвященных так называемому эффекту косинуса. Этот эффект возникает, когда радар находится в стороне от дороги, и машина, на которую направлен луч, движется по линии, проходящей мимо самого радара. Чем больше угол между лучом и осью движения машины, тем больше ошибка радара. Косинус этого самого угла является поправочным множителем, который должен корректировать показания Трукама. В нашей инструкции приводится таблица пересчета, и прямо указано, что эффект косинуса всегда в пользу водителя, так как реальная скорость получается больше измеренной. Да, все это верно. Если, например, радар стоит в 100 метрах от дороги, максимально допустимое расстояние по инструкции, а машина находится в 300 метрах от него, то если она едет со скоростью 90, радар покажет только 85 км в час. На меньшем расстоянии до машины погрешность будет еще больше. Вот почему гаишники с Трукамом далеко от дороги не отходят. Максимум метров 10. Однако в родной американской инструкции на странице 39 прописана процедура внесения автоматической поправки на этот самый эффект косинуса. Достаточно нажать несколько раз стилусом по экрану, и вуаля, автоматическая поправка активирована. Думаете, теперь гаишники будут стоять за сотни метров от дороги в чистом поле и ловить нарушителей? Ага, сейчас. Достаточно просто внести максимальную поправку, якобы радар в 100 метрах от дороги, и встать на обочине. И теперь уже эффект косинуса работает на инспектора. При реальной скорости машины 90 км в час, в 300 метрах от радара прибор покажет уже 94 км. А если засечь скорость в 100 метрах от поста, чтобы номер был различим, то вместо 90 реальных на экране уже будет 127 км в час. Опа, нежданчик. И что интересно, при взгляде на экран охреневший водитель никак не сможет определить, была ли внесена поправка на косинус или нет. Это никак не отражается на самом экране. Вот такая вот честная камера получается. Не зря, видимо, в самой Америке этот прибор давно не используется, а у нас в самый раз будет. Осталось только судьям еще про эту фишку Трукама рассказать.
Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла.